Илья, состоялся первый матч в плей-ин, настоящая борьба, можно сказать, битва. Что скажешь об этом матче? Ну ничего, команда, мы настроились, были готовы. Немного расслабились, там доля секунды буквально пропустили гол. Ну и все, и потом уже собраться не получилось. Немного хорошего, на 5-й минуте ты открыл счет в падении, что испытал в тот момент? Ну, если честно, я не понял, что забил, я не видел, там Никита Шувалов бросил, я просто бросил мимо защитника и все, и уже... Там пацаны руки подняли, я понял, что забил. В регулярке также были упорные матчи с этим соперником, что дома, что на выезде. Насколько сегодня игра отличалась, как считаешь? Ну, это уже идет как плей-офф, плей-ин, игра на вылет. Вот, думаю, тут доля ошибки стоит очень многого, и поэтому отличается. Полный стадион был в Ступино. Как была атмосфера вообще во время матча? Атмосфера хорошая была, конечно, так подавливала немного. Ну и наши болельщики тоже здесь были, и слышно было, и мы видели их поддержку, чувствовали. Спасибо им огромное за это. Следующий матч дома. Постараемся порадовать их. Да, конечно. Спасибо, успехов. Вам спасибо.